Мемориальная доска на фасаде жилого дома, улица Свободы, 32. На фасаде дома находится памятная доска, на которой написано: «В этом доме в 1918 году радистом Николаем Романовичем Дождиковым была установлена одна из первых радиостанций в Вятской губернии. Этот человек, наш земляк, Николай Романович Дождиков, передавал в 1917 году в эфир первые революционные декреты – декрет о мире и декрет о земле. Он имел редкую в то время специальность – телефонист-искровик. Работал тогда правительственным курьером при революционном петроградском штабе большевиков, находившемся в Смольном, и зачастую доставлял сообщения на стол самому Владимиру Ильичу Ленину. Через год Дождиков был демобилизован. Вот тогда-то и приехал он в Яранск, в котором и родился, кстати, 22 июля 1889 года. Здесь он возглавил ту самую радиостанцию, о которой идет речь в тексте мемориальной доски. В последующие годы жизни Николай Романович работал связистом на Крайнем Севере. Встречаться довелось ему с такими известными в стране личностями, как Отто Юльевич Шмидт, летчик Папанин. Уроженец Яранска, радиотелеграфист Дождиков – один из тех немногих наших земляков, чье имя есть на географической карте России. Его именем названа одна из высоких гор в архипелаге Северная Земля, близ фьорда Спартак.